кожна жінка має власну таємницю збереження краси. Та я відкрию вам свою. І це східні танці. Вітаю вас на телеканалі Максі ТВ і пропоную дуже швидко починати. Активной разминочки. Итак, для этого нам нужно принять удобную позицию для занятия танца живота. Наши стопы параллельны друг другу. Плечики опускаем вниз, подбородочек параллелен полу и разводим ручки в разные стороны. Сегодня мы начнем разминаться с бедер. Выполняем оттяжку в правую и левую сторону. Наш верх остается на месте. Ведь вы же помните, что основным критерием танца живота является изоляция. Поэтому, когда вы разминаетесь, максимально сдерживайте себя, чтобы нарабатывать движение больше, чем на 100%. И выполняем круговые движения. И в левую сторону. Правую с точкой впереди, в левую с точкой впереди. Уменьшается амплитуда круга. Было бы хорошо, если бы вы привели в движение ваши руки. И тянем бедрышко в правую и левую сторону, сгибая и разгибая колени не до конца. Подбородочек параллелен полу. Голова остается на том же самом уровне. И разводим ручки в разные стороны. Через центр опускаем вниз. Вообще, руки в танце живота работают произвольно, так как руки выражают ваши эмоции, переживания. Поэтому хорошо, если вы изначально будете заботиться о движении ваших рук и развивать координацию, поскольку изначально очень сложно соединить движение какой-либо другой частью тела вместе с руками. И выполняем выталкивающее движение. С помощью коленей выталкиваем бедро наверх и вниз. Не останавливаемся. Так, 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 так. И стараемся не переваливаться. Право, лево, вперед, назад, право, лево, вперед, назад, право, лево, вперед, назад. Не останавливайте ваши ручки. Если вам будет сложно приводить их в движение, хотя бы держите их в правильной и красивой позиции. Право, лево, вперед и назад. Вот так мы сегодня активно начали, но не переживайте, пластику, тонкость и изящество нам помогут создать и окружить наш танец, нам помогут плавные движения. Поэтому разводим ручки в стороны и также разминаем нашу верхнюю часть с помощью оттяжки в правую и левую сторону. Наши руки мягко парят в воздухе.
ни в коем случае не напряжены, постепенно останавливаем голову на месте и грудной отдел продолжает движение. Таким образом, сейчас вы добиваетесь изоляции нижней части от верхней. Добавляем перемещение. При этом наш шаг естественный. Дышим ровно и добиваемся от каждого движения легкой, приятной оттяжки. То есть вы должны чувствовать натяжение. Натяжение – это значит развитие. Если вы не будете ощущать ваши мышцы, значит вы выполняете с недостаточной нагрузкой и у вас не будет развития. А мы работаем для чего? Для того, чтобы в будущем станцевать. Точно так же, как мы двигаем грудным отделом в правую и левую сторону, мы будем выполнять движение вверх и вниз. Но не совсем вверх и не совсем вниз. Мы будем оттягивать грудной отдел в диагональ и округлять спинку. При этом таз остается на месте. Стараемся не двигать локоточками. Отлично. И разводим ручки в стороны. Если у вас движение получается, когда вы освободили ваши ручки и еще перемещаетесь, это знак того, что вы работали правильно. И очень скоро у вас все получится. Вы с легкостью включите это движение в ваш танец и покажете виртуозность изоляции. Перемещаемся вперед и назад, вперед и назад. Конечно же, ни один танец живота не обойдется без пластичных и нежных движений вашими ручками. Я уже сказала, движение руками – это выражение ваших эмоций. Они могут быть абсолютно разнообразными, в зависимости от того, что вы хотите передать зрителю, но разминка для них будет всегда одинаковая. Тянем пальчики на себя. И выполняем мягкие волнообразные движения. Давим на плечики. Максимально их опускаем вниз. И перемещаем ручки из центра в стороны. Разнообразить можно направление. А мастерство ваших рук развить можно только за счет плавных волнообразных движений и постоянного контроля над ручками. Вы должны постоянно о них помнить. Они должны быть продолжением вашего танца. Ведь в танце живота танцует все ваше тело. Каждая клеточка отвечает на ту или иную нотку инструмента, отвечает на тот или иной ритм той мелодии, которую вы слышите. Стараемся выполнять движение всей ручкой, от плеча и заканчивая пальчиками. Поднимемся на полупальчики и присядем. Поднимаемся вверх и еще раз садимся. И поднимаемся вверх.
Для того, чтобы наши плечики слегка отдохнули, выполним круговые движения назад. Наши пальчики расслаблены. И я напоминаю вам, что мы работаем плечами. Только плечами. Наши бедра остаются на месте. И добавим легкое движение. Перенос тела с правой ножки на левую плюс работа плечами.